Итак, начнем. Я уже нанесла тональный крем на лицо и, конечно, нарисовала брови. Дальше займемся макияжем глаз. Для начала прокрашиваю слизистую и линию роста ресниц серыми тенями. Хорошо прокрашиваем корни ресниц, чтобы взгляд был более выразительным. Из палитры NYX беру вот такой бордово-коричневый и наношу его практически на все веко. Но меняю его насыщенность. К внешним уголкам глаза делаю цвет более насыщенным и более плотным, а к внутренним, соответственно, наоборот, больше растушевываю его и свожу на нет. Заводим этот цвет на нижнее веко. Берем большую пушистую кисть и проходимся еще раз. На центр века буду наносить вот этот красивый оттенок. В нем есть и коричневый, и фиолетовый, и зеленый перелив. Очень красиво смотрится. Будем пробовать. Плоской кистью и прихлопывающими движениями накладываем тени. Складку и на внешний уголок века наношу вот этот оттенок в качестве самого темного. Тот же самый темный оттенок добавляю на уголочек нижнего века. Во внутренний уголок глаза добавляю жидкий хайлайтер. Немножко протягиваю край и втушевываю его в тени. Решила добавить немножко глиттера, вот такого он оттенка. Крепить буду на вот это средство. Прокрашиваю реснички. Черный аквагрим плюс тоненькая кисть. И начинаем рисовать наш образ. Тоненькими линиями нарисуем контуры черепа на лице. Я буду делать линии неаккуратные, добавлять трещин и разводов, чтобы создавалась иллюзия нарисованной картинки. В некоторых местах линию можно сделать потолще, а также изменить некоторые изгибы, ну, в общем, на ваш вкус. Дальше моем кисть. Влажной кистью в некоторых местах делаем растяжку цвета. После того, как мы помыли кисть, не забудьте промокнуть ее сухую салфетку для того, чтобы убрать лишнюю воду. А дальше растушевываем линии. Подсушенной кистью растираем край, чтобы переход был максимально мягким. Сушим кисть таким же образом, просто вытирая ее салфетку. Все то же самое делаем со вторым глазом. Ложим кисточку практически плашмя на лицо. Такими движениями растушевываем. Опять-таки моем кисть, вытираем ее о салфетку и затираем края. Далее беру серебряную крем-краску от NYX и закрашиваю ей некоторые элементы для того, чтобы создать красивые блики. Дальше беру глиттер. Глиттер накладываю поверх серебряной краски и еще в некоторых местах накладываю его на крем. Дальше прорисовываем скулы. И также делаем растушевку. Делаем тени более глубокими, уводим трещины на шею, прорисовываем ключицы.
Набираю кремовую краску пальцем и высветляю, если мы сильно перетемнили. Тоном закрашиваю уголки губ. Серую помаду наношу на центр губ, а дальше делаю легкую растушевку к уголкам губ. И немножко притемняю губы теми же тенями с зеленым отливом. Затем беру ту же серебряную краску, прорисовываю ей блики. Еще раз прорисовываю трещины на шее. Дальше, если вы еще не устали, можно сделать руку скелета, прорисовать все косточки на пальцах, а боковые части пальцев закрасить в черный. На этом все. Всем удачи и пока!